Всем здорово, с вами Эдгар, вы на канале Мысля Геймица. Сегодня Эдвин за оператора, а я буду рассказывать. Всем здорово. Да. Будем отвечать на следующий вопрос. Многие закидывают меня вопросиком, как получить бесплатно игры. Например, у вашего друга есть PlayStation, там есть игрушки, а вы только купили свою PlayStation, и у вас нет денег на покупку игр. Так вот, у PlayStation есть такая функция поделиться своими играми со своим другом, близким, знакомым. Эта функция изначально она сделана для того, чтобы, например, вы живете где-то в одном месте, у вас стоит там PlayStation, вы едете в свой другой дом, или едете в гости к своему там сыну. Некоторые люди, например, разведены. Больше это на это ориентировано. И вы не хотите по несколько раз тратиться на одну и ту же игру. Вы приходите, включаете и играете на другой PlayStation. Или, например, наш случай. У нас есть здесь PlayStation. Вот она стоит. Также, это же PlayStation 2. У нас стоит в другой комнате. Чуть позже мы пройдем и покажем ее там. У нас две PlayStation в одном доме. И покупать как бы игры на каждую получается, мягко говоря, тупо. Поэтому у PlayStation придумана такая система. Вы покупаете ее на одной консоли и скачиваете ее на вторую консоль. При этом настолько хорошо продумано, что на вторую консоль скачивается автоматически. Если я здесь покупаю игру, то на вторую у меня автоматом идет скачивание, если она находится включена или в режиме сна. Вот. Если вы ставите режим сна, например, здесь есть такая функция, я думаю, многие знают, заходите в раздел питания, перейти в режим покоя. В режиме покоя ваша консоль может игру скачивать, обновлять, в общем, будут происходить все те же процессы, только ПС-ка вроде как не шумит, отключена. Так вот, что нужно для того, чтобы купить игру на двоих? Для кого это очень удобно? Если у вашего знакомого есть PlayStation, у него есть подписка PlayStation Plus, это очень важно, потому что многие задают вопрос. У вас должна быть подписка PlayStation Plus. Она покупается на один месяц, на три месяца, на год. И там еще больше вроде. Когда только консоль покупаете, вам на 14 дней ее дают бесплатно. Подписку PlayStation Plus нельзя установить на вторую консоль бесплатно. Игры можно, запомните. А вот подписку нужно купить на каждую консоль свою. Поэтому на первую консоль мы подписку купили на год. На вторую консоль мы тоже купили на год. Ну или там на какой срок вы хотите. В каждой из них оплачивается. Это самое первое, что вам нужно сделать. Без подписки обмен с играми у вас не выйдет. Дальше, что нам нужно сделать? Вам нужно зайти в раздел «Настройки». Вы заходите в «Настройки». В «Настройках» есть у вас... Сейчас найдем. PlayStation Network, управление учетной записью. Заходите в этот раздел, и здесь есть активировать как основную систему PlayStation 4. Заходите в активацию и смотрите. У вас здесь раздел должен быть деактивирован. И у вас должно гореть белым цветом активировать. Когда вы только первый раз зайдете, у вас будет наоборот. Консоль активирована, и у вас будет белым цветом гореть, типа вы можете деактивировать. Вот. Вы что должны сделать? Вы заходите в этот раздел, деактивируете на первой консоли. Запомните это, потому что мне по 10 раз одно и то же пишут. Я им пишу, они выполняют, делают все неправильно, потом пишут, говорят, у меня не получилось. Потому что вы делаете неправильно. PlayStation Plus у вас есть? Подключили. Отлично. В настройках заходим на вашей первой консоли.
и делаем деактивировать. Ваша консоль деактивирована. И горит белым цветом активировать. Все. Ваш знакомый. Сейчас мы перейдем на нашу другую консоль и посмотрим, что происходит там. Теперь мы находимся в нашей другой комнате. Здесь идет вторая PlayStation 4. В вашем случае это может быть так. Вы находитесь в какой-то точке планеты, например, там в городе Москва. У вас есть PlayStation. Ваш друг, который находится в городе Самара, например, или в городе Уфа, в другом месте, и у него тоже есть консоль. В общем, неважно, где вы находитесь, потому что такой вопрос тоже поступал. Это мы должны быть находиться близко, мы только должны жить в России или в России еще где-то. Без разницы, где вы живете. Главное, чтобы у вас есть PlayStation, есть подписка. Все, этого достаточно. Поэтому у нас вторая консоль. Это будем считать, что это ваш друг. Вот, ваш друг, включая свою консоль, заходит под своим аккаунтом, под своим. Вы на первый под своей зашли, я здесь захожу под своим аккаунтом. PlayStation Plus у меня здесь оплачено. Мне что нужно сделать? Я должен зайти в настройки опять. Опять захожу в PlayStation Network управление учетной записью. Захожу активировать как основную систему. И у меня здесь будет изначально первый раз, когда вы заходите, тот же самый процесс. Здесь будет гореть белым цветом деактивировать. А вот слово активировать будет наоборот, серым цветом. Вам нужно будет нажать деактивировать. Вы деактивируете свою систему. Это не надо приближать, отдалять по 10 раз. А верхнюю часть активировать у вас будет вот так должно быть у вас. На первой консоли у вас деактивировано. Вторая консоль у нас деактивирована. Все. Обе консоли деактивировали. Следующий шаг. Что вам нужно сделать? Вы выходите опять в менюшку. Переходите в раздел питание. В разделе питание наверху есть сменить пользователя. Жмем сменить пользователя. И этот процесс должен сделать каждый из вас, только по очереди. Допустим, я звоню своему знакомому, говорю: слушай, сейчас я буду делать первый, потом чуть позже ты активируешь. Я захожу «Сменить пользователя». Тут есть такой раздел «Создать нового пользователя». Это как новый аккаунт. Нажимаю «Создать нового пользователя». Здесь есть вот «Создать пользователя». Жму «Создать пользователя». Дальше «Принять». Принимаю лицензионное соглашение. Дальше «Принять». Принимаю все. И попадаю на вот такой вот экранчик, где мне нужно ввести логин. И пароль. Логином является ваша почта, пароль – то, что вы придумали. Что мне тут нужно сделать? Создавая нового пользователя, это логин и пароль как раз-таки вашего друга или вашей второй консоли. Вы звоните своему другу в Москву, говорите: дружище, дай мне свой логин и пароль. Этот человек вам дает логин и пароль, вы сюда вводите логин, пароль, войти. И получается такая ситуация. Сейчас я просто назад выйду, у меня уже введено. Вот. Здесь есть аккаунт, который на первой PlayStation уже введено. Вводите, у вас появляется новое окошечко. Вы сюда заходите, это как под логином и паролем вашего знакомого. И я теперь попадаю на консоль моего друга или на нашу консоль, которая находится сейчас в зале. Все те игры, которые куплены, это очень важно. Игры можно скачать у своего знакомого, только те, которые куплены в онлайне. Если у вас на PlayStation установлен... Эдвин, показывай PlayStation. На PlayStation здесь установлен диск.
то эту игрушку вы скачать не сможете. Все те игры, которые куплены с помощью каких-то дисков там и так далее, на флешках или еще на чем-то, носителях, нельзя. Только когда вы заходите в Play Store, PlayStation Store, и здесь официально покупаете и скачиваете. Вот все эти игры вы можете у своего знакомого скачать. Вот, у вас есть скачана какая-то игра. А, кстати, очень важно. У вас это все не пройдет процесс. Когда вы покупаете новую PlayStation, устанавливаете себе PlayStation Plus, покупаете, активируете, вы должны купить одну игру, любую. Вы должны сделать одну покупку. Если вы не купите ничего, все, это все то, что я вам рассказываю, не будет работать. Поэтому PlayStation Plus купили, покупаете любую дешевую игрушку какую-то, совершаете покупку, там, я не знаю, за 100, 150 рублей любую покупаете и устанавливаете. И только после этого вся эта процедура же должна происходить. Не имея ни одной игры купленной, ничего не получится. Так, зашли под аккаунтом друга на своей консоли, попадаете к нему. Все игры, вот, пожалуйста, вот его библиотека игр. На данный момент все, что там есть. Тут можете пролистнуть дальше, библиотека нажать, раздел, вот, приобретено. Нажимаете приобретено. Все те игры, которые мы купили на нашей первой PlayStation или купил ваш друг. Дальше что нам нужно сделать? Смотрите, какая игрушка вам нравится у этого человека. Любая игра. Заходите на эту игру, если она вам понравилась. Так, допустим, какую-нибудь сейчас, например, так, что у нас тут есть? Сейчас какую-нибудь пролистну, найду. Так. Итак, у нас тут батарейка села, продолжим. Вы заходите в раздел «Библиотека». Слева у вас тут будет менюшка, в этом меню есть купленные игры. Заходите, выбираете все игры, которые у него куплены в PlayStation Store, какая вам понравилась. Допустим, вам понравилась вот эта игра. Заходим в эту игру, нажимаем на нее. Открывается вот такая вот страничка. И здесь будет у вас «Загрузить». На всех играх будет такой процесс. Заходите, нажимаете «Загрузить». Процесс загрузки пошел. Вам, находясь здесь сейчас, не нужно дожидаться, пока эта игра скачается. Поставили на загрузку, все, можете отсюда уходить. Уходим отсюда, ищем все остальные игры, какие хотите, тоже вам нравятся. Например, вам нравится еще вот эта игрушка. Заходим в эту игрушку. Опять нажимаем «Загрузить ее». В общем, ставите на загрузку все те игры, которые вам нравятся, которые вы хотите себе скачать. Все, поставили на загрузку, можете вообще отсюда выйти. Вот, если мы выйдем в основное меню, то можете увидеть, что эти игры, вот они, вот она, эта игрушка скачивается. Мы сейчас, вот, две игры поставили на закачку, они на данный момент скачиваются. Но мы находимся под аккаунтом первой консоли, консоли вашего друга. Если вы выбрали игры, поставили на скачку, все, больше вам здесь ничего не надо, то вы что делаете? Вы переходите в раздел «Питание». Делайте «Сменить аккаунт». Прежде чем я это сделаю, давайте сейчас я покажу, что происходит в тот момент, когда я захожу на консоль своего друга. Итак, мы телепортировались к вашему другу в другой город. Вот. И в тот момент, когда вы заходили под его логиновым паролем в его аккаунт, попали на его консоль, как только вы это делаете, у этого человека на экране будет написана вот такая вот штука. Пользователь Эдгар вошел в сеть PlayStation Network из другой системы PS4 и был выведен из этой PlayStation 4. Что это значит? Это значит, что ваш друг зашел на вашу консоль и на данный момент находится в ней, пытается с нее скачать какие-то игры. Бывает такая ситуация.
Вы с другом договорились, активировали консоли, скачали уже игры, забыли про это и играете, каждый в свою консоль. И тут вам бать приходит в голову, или там ваш друг говорит: слушай, там, Ванек, я там игру новую купил, если хочешь, скачай. Вот, только купил сегодня. И такая ситуация, ваш друг сидит, вот я, например, здесь сижу и играю в эту новую игру. Вы, в свою очередь, с другого города вдруг решили скачать эту игру и при этом забыли предупредить вашего друга, у кого вы хотите ее скачать. Ситуация будет такая, вы у себя на консоли заходите под его аккаунтом, и когда он будет играть в свою любимую игру, он вылетит из нее. Потому что в системе может находиться только один человек, откуда бы он ни заходил. Поэтому, если вы хотите скачать игрушку, обязательно позвоните или напишите тому человеку, у которого вы эту игру качаете, с кем вы договорились вот на обмен. Звоните, говорите: Ванек, там я сейчас зайду, ладно, скачай, ты там не играешь, ничего не делаешь. Он говорит: нет. Или если он играет, говорит: ну сейчас я тогда пока выйду, заходи. При этом, смотрите, такая штука, консоль этого человека не обязательно, чтобы она была включена. Она быть может выключена. Все, консоль выключена, все, отлично. Вы просто со своей заходите и скачиваете. Так что предупреждайте заранее человека, что вы сейчас зайдете и будете скачивать. Но если он играет, и вы зашли, не предупредив, у него игрушка отключается, появляется вот такой синий экран и пишется вот эта вот процедура. Это значит, что нужно чуть-чуть подождать, пока этот человек не выйдет. И вы просто обломались на этот момент. Вот. Ну, бывает такое. Так что, знайте про это, предупреждайте своего друга. А теперь переносимся обратно. Итак, находясь, когда вы поставили на закачку игры, они пускай скачиваются, вы, не дождавшись до скачивания, можете опять сменить пользователя. Нажимаем «Сменить пользователя». И теперь выбираем не аккаунт вашего друга, а заходим под своим аккаунтом. Как обычно. Ваш аккаунт. Нажимаем на ваш аккаунт и попадаем к себе в систему. Теперь смотрите, такая вещь. Вот те игры, которые мы поставили на скачивание у нашего знакомого, так сказать. Они у нас скачаны, они у нас доступны. И когда мы вышли и зашли под своим аккаунтом, теперь тот человек, у которого вы скачиваете, может зайти в свою систему и продолжать играть в свои игры. Мы ему никак не мешаем. Эта игрушка теперь принадлежит вам. Заметьте, это очень важно. Вы можете ее играть, вот как будто вы ее сами купили. Полностью проходить всю игру. Если это идет какая-то мультиплеер, там играете в онлайне. Ту же GTA, например. Вот у нас тут есть вот GTA. Эту GTA, например, мы купили на первой консоли. Там свой персонаж создан. Там вообще парень Эдвин играет за пацана. А здесь на вторую мы скачали эту игрушку. Я зашел, скачал. Здесь я сделал нового персонажа. Здесь идет уже девушка. Игры между собой никак не перемешиваются. Друг другу мы не мешаем. Я поставил на скачивание, вот, все, теперь эту игрушку я играю сам. Его прохождение я не мешаю, вообще никак на него не влияю. Никакой связки у нас между собой теперь нету. Это то же самое, что вы просто купили себе игрушку. Скачали и спокойно играйте, что хотите, то и делайте. Так, может быть такая ситуация. Вы скачиваете игрушку, и тут вот видите замочек будет. На игрушке в правом нижнем углу увидите замок. У многих такая штука появляется. Откуда берутся вот эти замочки? Замочек здесь, если вы не сделали активацию, про которую я еще не сказал. Нам нужно еще сделать активацию системы. Или вы будете здесь находиться под замком. Что это значит? Вам опять-таки нужно каждому из вас по очереди, например, это делаю сначала я, звоню, говорю: слушай, я сейчас зайду в твою систему и сделаю активацию, окей? Он говорит: ладно.
все, не трогает свою консоль. Я захожу в питание, делаю сменить аккаунт, захожу под его аккаунтом, попадаю к нему на консоль. Он из своей консоли вылетает на данный момент, пока ничего с ней не делает. Я захожу в его консоли, в раздел настройки, это у него. Захожу в PlayStation Network управление учетной записью, раздел активировать как основную систему. И смотрите, какая ситуация получается. В чем прикол? Я со своей консоли захожу к нему, и его консоль активирую как свою. Получается, зайдя под его аккаунтом в настройках, вы должны нажать «Активировать». У вас слово «активировать» должно светиться серым цветом. Запомните, серым цветом. А белым у вас должно остаться «Деактивировать» слово. И это больше не трогаем. Потому что мне уже про это писали. Они заходят к другу, делают активацию. Потом выходят, поиграют. Потом опять заходят. Потом опять почему-то нажимают деактивировать. И каждый из них начинает тупить. А потом появляются замочки на играх. Конечно, вы не сможете играть. Один раз это делайте, больше это не трогайте. Запомните. Зашел под аккаунтом. К своему другу, зашел в раздел настройки, активировал его систему как свою, активировать, здесь деактивировать. Все, вот смотрите, я на его системе, выхожу из нее, я ее активировал, выхожу. И могу каждый раз так вот заходить, просто ставить на скачивание себе игры какие-то и выходить. Все, что мне требуется от его системы. Больше я здесь ничего делать не буду. Все, после этого... Я нажимаю опять сменить аккаунт, опять захожу на свой аккаунт. Теперь я звоню своему другу, говорю, дружище, я зашел в твою систему и ее активировал как свою. Твоя очередь теперь. И пока не трогаю эту систему, я говорю, давай, теперь ты заходи. Он от себя вводит логин и пароль мой, который я ему дал. Нажимает на мой аккаунт. Попадает на мою консоль. У меня здесь будет экранчик, я вылетаю отсюда. И он в это время заходит в мои настройки и активирует мою консоль для себя. И у меня будет деактивировать. Каждый из нас делает одно и то же. Все. После этого он выходит. Вот все. Я играю в свои игры, которые я у него скачал. И если у меня есть какие-то игры, он у меня скачивает и играет. Все. Чем это удобно? Удобство заключается в следующем. Вы, например, хотите купить, какая-то новая игрушка должна выйти. Допустим, там Call of Duty новая выходит, ни у тебя, ни у него ее нету. Вы как можете сделать? Вы можете купить эту игру на двоих. Процедура какая? Один из вас ее покупает, но другой ему перекидывает денег. Допустим, мой знакомый. Я говорю, Ванек, давай купим новую игру. Она стоит, например, там 5000, хорошая игрушка. Договариваемся, кто из нас ее купит. По идее, без разницы. Но он говорит, давай я тебе там 2500 скину, ты там добавь, купи. Он мне кидает эти 2500 рублей, я свои сверху добавляю. В PlayStation Store покупаю, не иду за диском, PlayStation Store. Покупаю игру, скачиваю ее на свою PS4, после этого звоню другу, говорю, все, можешь себе скачивать. И он себе качает и устанавливает. И получается, что вы купили на двоих одну игру. Игрушка находится на вашей консоли, но играете вы вдвоем. И так можно покупать любые игры. Так получается, в общем, дешевле. Так, какие тут у нас еще вопросы были? Больше вроде там нюансов нету. Бывает такая еще ситуация, что вы столкнетесь, вы не можете убрать замочки. Вроде вы сделали все правильно, но у вас все равно висит на игре замок. Ситуация может быть следующая. Вы до этого пробовали активировать. Вы можете активировать вот так вот, обменяться с одной консолью. Лучше
чтобы это была только одна консоль. По идее, можно вот так вот делать активацию на нескольких консолях, у нескольких людей это брать. Но там такая штука может произойти. У вас появится замочек, и там напишет, что вы не можете активировать эту систему, потому что ваша система уже активирована в другой консоли. Что это значит? Значит, вы где-то это уже с кем-то пытались провернуть, так это оставили, и теперь со своим новым знакомым пытаетесь сделать это то же самое. Но система вам это не позволяет. Чтобы все наладить, вам нужно зайти на официальный сайт PlayStation 4. Там есть под логином и вашим паролем, зайдете в личный кабинет. В личном кабинете есть раздел «Устройства», «Учетные записи». И в разделе «Учетные записи» у вас будет написано, какие консоли вы пытались прикрепить. Если там есть какие-то левые консоли, вы когда-то с кем-то это пытались сделать, да, вот забыли про это, то один раз в 6 месяцев PlayStation Plus разрешает сделать чистку, деактивацию. Вы там пишете «Деактивировать все системы», где бы вы там ни были связаны. Делаете деактивацию, зачищаете все. Вы теперь чисты, и весь этот процесс, который я вам объяснил, делайте еще один раз с этим человеком, и у вас эти замочки просто исчезают. Плюс, иногда бывает такая штука. Все отлично, у вас все скачивается, вы заходите к другу, качаете у него игру, ставите, а у вас здесь пока замочек. Замочек вот здесь может появиться. По той причине, что игрушка еще не докачала до того состояния, где замочек исчезнет. Вам нужно набраться чуть-чуть терпения, подождать, пока игра скачается, запустить ее. И вот после этого замочек может исчезнуть. Если он не исчезает, то вам нужно будет один раз PlayStation 4 перезагрузить. Почему? Еще такая штука бывает, когда вы вот заходите и делаете сменить аккаунт, вы меняете аккаунт, заходите под чужим аккаунтом вашего друга, ставите на скачку, потом заходите к себе, потом опять к нему, у PlayStation иногда возникает глюк. И PlayStation воспринимает этот процесс, что вы находитесь не под своим аккаунтом, и вот замки вам делает. Поэтому после того, как игра до конца скачалась, просто... Тут есть раздел «Настройки питания», «Перезапустить систему», «Перезагрузить ее один раз», и ваши замочки эти исчезнут. Вроде все. Если еще будут у вас какие-то вопросы, я постараюсь это вам объяснить. Такая штука. Нам, пожалуйста, не пишите, но что типа «давайте мы обменяемся играми». Мы играми не меняемся по нескольким причинам. Во-первых, это не очень безопасно. Потому что, например, я должен вам дать свой логин и пароль от моей PlayStation, на которую я купил и потратил очень много денег на свой аккаунт покупку игр. Туда у меня прикреплены кредитные карты. Если я вам дам логин и пароль, вы заходите, покупаете игрушку с моей кредитной карты, и все бабки снимаются. Это очень небезопасно. Во-вторых, такая ситуация бывает. Вы обмениваетесь логинами и паролями, и один из вас на другого вдруг разозлился. Вы поссорились. Вы делаете деактивацию на своей системе и подаете заявку, что ваш аккаунт кто-то украл. Вот, например, я вам дам свой логин и пароль. Мы обменяемся. Вы заходите, у меня игры скачиваете, все отлично. А тут в один прекрасный день я включаю свой PlayStation, у меня написано, что... Мне заблокировали все. Из-за чего? Вы просто берете, деактивируете свою систему, подаете заявку, и получается такая ситуация, как будто я взломал вашу систему и залез к вам. И PlayStation меня автоматически банит за это дело. Это называется тупо кидалово. Это очень большой риск. Поэтому прежде чем с кем-то вы будете обмениваться аккаунтами, хорошо подумайте, этот человек, тот человек, которому можно доверить свои логины и пароль, подключены ли у вас туда там какие-то карты. Вот, и в общем это очень серьезно. Плюс еще такая штука, у PlayStation у нас просто забито, у нас куплено много игр,
Каждая игра весит по 50-60 гигабайт, а консоли у нас по 500 гигов. И там просто нету места. Нам просто нет смысла с кем-то уже обмениваться. Нам своих игр вот так вот достаточно. У нас сейчас такой процесс, мы хотим расширить, добавить еще на консоль дополнительное местечко, чтобы можно было игры устанавливать и не перезаливать их. Вот. Так что, последний момент. Еще раз повторюсь. Когда вы делаете эту процедуру, обмениваетесь логинами и паролями, вы можете играть в эту игру самостоятельно. Вы не портите игру своему другу никак. Никакой связки нету с его прохождением. Вы как будто купили свою игрушку и проходите ее сами. Скачать у него можно игру, самостоятельно можно играть. PlayStation Plus каждый из вас покупает сам. Делиться на двоих, покупать PlayStation Plus нельзя. Потому что по 100 раз одно и то же все спрашивают. Нам писать, чтобы мы поделились, не надо. Мы делиться не будем. Это небезопасно. Вот. Ищите своего брата, свата, родственника. Вот. У нас, например, наши две PlayStation Plus связаны дома. Мы с Эдвином включаем и с двух телеков играем, например. В одну игру играем с двух PS-ок. Очень круто. И я транслирую, например, на один канал, а Эдвин транслирует на второй канал одновременно. Надеюсь, что я вам помог. Если все-таки остаются вопросы, пишите в описании. В описании, говорю, в комментах. Постараемся ответить. Всем пока.